Всем хай! Сегодня на моем канале будет необычное видео, потому что кукинга здесь уже миллион лет не было. Но я считаю, что нужно все это исправлять. В один прекрасный день я сидела на прекрасном ютубе и смотрела всевозможные видосы, потому что мне было скучно. И я увидела, что сейчас за границей пользуется огромным спросом такой челлендж, как глухой, немой и слепой. Но только надо рот и глазами сами поменять. Короче, смысл в том, что нужно приготовить вместе со своими друзьями еду вслепую. Я там уже ингредиенты поставила, но концептуально я подумала и решила, что можно приготовить, например, торт Шрек, потому что торт Ёж я уже готовила. Посмотрим, что получится сегодня. Итак, наша задача с Каролиной и Давидом приготовить торт Шрек. Ну, в смысле, все видео я буду в этом, да? Конечно. Так что можно надевать. А как готовить-то буду? Ну вот, как-нибудь по интуиции. В каждом раунде мы будем меняться маской, наушниками и скачем, чтобы вам было интереснее. Заранее извиняюсь за людей в наушниках, потому что мы не слышим и орем. Немного о правилах. Короче, очень важно, чтобы мы готовили одновременно. То есть я, например, не могу стоять вот так вот. Давид не может стоять над холодильником его трогать. Ну, то есть, да, концептуально готовить все вместе. Подожди, а Каролина, у тебя какая порча? На понос. Каролин? А, ты же не можешь разговаривать, я забыл. Короче, как вы поняли, этот челлендж обречен уже прямо сейчас, потому что это просто трио не очень умных людей. Три дебила, это сила. Пока мы готовимся, полюбуйтесь на эстетичное видео ингредиентов, потому что это самое адекватное в этом виде. А в комментариях обязательно напишите ваше любимое блюдо. Если я кого-то ударю случайно, я не виноват. Я тебе сейчас бензочелло в задницу запихну. Какой стороной? Начинается то, что миссии включаются в мод. Бражник. Знаете, вам Моцарт? Мне... Какой Моцарт? А что ты хотела, чтобы... Бах! Это серенада Моцарта. Потом могу листья включить металл. Здесь? Пожалуйста. Я сама снимаю, не буду тебе помогать. Спасибо. А как мы торт будем готовить? А вот. Ты все слышишь? Прежде чем мы начнем, объясните мне, как я буду взаимодействовать с закрытыми глазами. Так, ты не можешь объяснять, ты не можешь. Она меня не слышит. Ну, кто мне объяснит? Она не слышит, она не может говорить. Мне кажется, я готова. Раунд первый. Приготовить бисквит. Яйцо куриное, элитное, высшее. Это яичко дай мне. Это яйцо. Сейчас расскажу, что мы будем делать. Слушайте внимательно, не разбей яйца, будьте ими внимательны, пожалуйста. Мы будем готовить бисквитный торт, пышный и простой в духе. Очень нежный, воздушный и практически невесомый. Пышный и простой бисквит для торта в духовке отлично подходит в качестве основы для многих видов кондитерских изделий. Мне подходит. Для этого нам нужно 4 яйца. Клади сюда. Я ничего не вижу, я не могу класть, я могу давать. 2. Ставь их сюда, а это можно убрать в холодильник. Я правда ничего не вижу. Дальше нам нужен сахар 180 грамм. Тут 900. Я так понимаю, что штуки для измерения у нас нет. Я математик, я смогу. Тогда будем на глаз. Короче, здесь должно быть... 1/5. 180 грамм сахара. Это надо поделить на 5, если ты там 900. Я математик. А тут есть эти измерительные штучки? О, господи. Так, 180 грамм. Ты шаришь, да, 180 грамм? На, ты и делай. Это сколько здесь? Здесь 900 грамм. Смотри, 180 это 1/5. То есть надо поделить на 5. Я просто не вижу. Если что, упаковка открыта. Открыта, да? Не рассыпь сахар. 900. Надо, ну, короче, все, я готов. Я сыплю? Сыпется? Да. Сейчас, стоп, надо проверку сделать. Надо еще 2 пшика. Осторожно, ты ее просыпешь сейчас. Ты ее просыпешь, да, сейчас. Да, не мешай, я пытаюсь поопределить. Ты ее просыпешь сейчас. 180 ровно. Дальше. Разрыхлителя я не нашла, его не было, ну и пофиг. У тебя есть разрыхлитель? Если есть, просто давай. Если нет, ну, скорее всего, его нет. Ванилин. Я ванилин покупала. А где ванилин? Я его точно брала. Ванилин! Это... Нет, это масло. Это что? Они развели на ванилин. Ребята, нас развели на ванилин. Где ванилин? Это сыр. Есть только сахарная пудра, пищевой краситель, но ванилина нет. Где же ванилин? Ванилин? 1 грамм нужен. 1 грамм? Серьезно? Да. Там крайне пытается мычать. Я сюда сыплю, да? Здесь что-то есть подо мной? Вот сыпь. Есть что-то подо мной, да? 1 грамм только, Давид, не больше. Я тогда на ручку сюда сыплю. Просыпался, давай, 1 грамм ванилина. Все, грамм есть, да? Давай добавим еще, как будто он не пахнет ванилином. О, у меня рука ванилина. Хватит. Хочешь понюхать руку? Что тебе? Давид, зачем ты это сделал? Ты хочешь понюхать руку? Я же не вижу, где ты там.
Нам теперь нужны штука для взбивания яиц. Ребят, штука для взбивания, это что, это вот это? Вот так нам нужно. Миска? Нет, мы сначала должны отдельно яйца взбить. Куда яйца сыпать? А почему она странной формы какой-то, да? О, нет, у нас ничего нету. Ладно, это миска для кота? Я только что поняла, как мы будем торт печь, у нас формы нету. Совсем нет прям. У нас реально нет формы, как мы будем торт печь. Доставай шляпу. Чуи. Окей, взбивайте яйца. Давид, взбивай яйца. А что делать королева? Вам все делаю. Давид, взбивай яйца. Да не так, руками сначала разбить надо яйца. Подожди, подожди, стой. Что случилось? Там что-то было, да? Да, сахар. Давайте, взбивайте яйца. Что, что, где? Я понял. Давид, ты яйца не помыл. Давид, ты яйца не помыл. Кто яйца моет, женщина? Давид, ты яйца не помыл. Надо ведь тебе второе яйцо. Блин, это очень сложно. О, есть? Хорошо, яйцо пошло. Яичко прям такое, знатное, куриное. Давай следующее. Я вошел во вкус. Ой, оно там что-то начало ломаться. Знаете, самое ощущение странное? Я как бы сбиваю, я не знаю, куда оно падает. Как будто бы я, не знаю, на пол. Вот это вот полное доверие моим коллегам. И цитата гласит: полное доверие моим коллегам. Яйцо! Хуй, чёрт, я чё, дурак? Я что, дурак, по-твоему? Иди отсюда! Яйцо, давай! Что это было? Это было что-то, что-то круглое, но... Где? Здесь, да? Здесь? По-моему, я кого-то, так сказать, зарядил яичной атакой. Я весь яйца. А можно мне руки помыть? Дальше я сам. Дай ему салфетку, то он всех обмокрит. Почему мне достался второй? Давид, попробуй угадать, что это было. Зачем ты отняла? Я знаю, что это шоколад. Ну, естественно, это киндер-сюрприз, он же как яйцо, да? Да? Я посмотрел. Это для торта или подарок? Что-то у меня спрашивает, я не понимаю. Я вижу только, что ты трясешь яйцом передо мной. С кем мне разговаривать? Она не может, ты не слышишь. Передавай ей знаками. Что надо? Яйцо. Значит, теперь добавьте к яйцам сахар. Это вы сами. Так, Давид. Что, опять я? Конечно, ты. А, слышит. Могу дать тебе наушники, чтобы ты осознал, как это. Я имитирую, что я режу овощи. Так, Давид, у тебя есть два варианта развития событий, я сама их выберу. Ты берешь миксер, вот эта кнопка, вот тут вот. Сейчас. Ты чё? Он мягкий, ничего не будет даже вот так сделать. Господи, я боюсь этого момента. Засовывай миксер вот в корзину. А я буду сыпать сахар, давай. Готово? Давай. Давай, Давид. Нормально все идет по плану? Взбивать надо долго, если что. А вы там точно яйца? Вы не прикалываетесь? Нормально все, да, Кирилл? Я тебе верю. Все хорошо. Чуть-чуть вот сюда, вот. Ага. А можно ускориться? Не-не-не, сделай меньше. Нельзя ускоряться, ты должен подумать о тесте. Да нет, тесте нельзя. Давай я сама продолжу. А вы посмотрите, что дальше. Попробуй объяснить ему, что ему надо делать. Язык мычания с детства знаю. Да. А, серьезно? Ладно. Но это делает бисо, да? Нет? Я? Давай. Что это? Что это? Это упаковка, да? Она мне не нужна. Сип. А что мы делаем, королев? Мычи лучше. Муку просейте через сито и добавьте к ней ванилин и разрыхлитель. Давай. Ну, значит, без разрыхлителя, без сита. У нас есть сит, у нас нет разрыхлителя, у нас нет формы. Как мы готовим форму? Просейте муку кислородом. Ну ладно, мы не просеем, что тебе это? Ты сказала просеять муку кислородом? Как? Давайте сыпьте сюда муку, или что там надо сделать? Сюда же ее надо сыпать? Я предлагаю сделать королеву. Пусть Давид сыпет муку. Дай ему муку. Сколько он должен сыпать муки? Она не может говорить, сама говорит. Мука нужна 130 грамм, Давид. А здесь сколько? Килограмм в этой штуке. Ага, вот здесь дырочка, да. Здесь кило, да? А мне надо 130? Ну это челлендж, капец. Так, где, куда сыпать, покажите. Сюда? Все, отцепись. Так, это было... Помедленнее, я не успеваю все взбивать. Все растрескали. Я ничего не вижу. 60 грамм было, я считал. Ну, подожди.
А что, дырка большая, что ли? Там дырка больше, чем я думал. Я думал, дырка здесь, она здесь. И я поэтому ничего не знал, сколько я сыплю. Я, наверное, все пересыпал, да? 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 Что ты говорила, я не поняла. Не сыпать или не сыпать? Она говорит, не знаю. Давайте я скажу. Мы потратили 160 грамм. У тебя мука сыпется, держи в курсе. Сейчас ее держу, все на пол идет. Ну, короче, мы забираемся. Все, больше не надо? Все, забирай. Салфетку. Второй пушает. Я так говорю, буду выбираться. Так, начни с чистами посыпать длинным яйцем муку вручную с помощью венчика вмешателя в тесто, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Количество муки регулирует до консистенции теста, оно не должно быть густым. Должно быть как меру жидкая сметана, но как будто такое оно и есть, по ощущениям. И дальше нужно готовое тесто вылить в подготовленную форму для выпечки, а формы для выпечки у нас нету. Что, мы должны с этим тестом идти в другой дом теперь или что? Что вы делаете? Маме на голову кладет какую-то гадость. Так, я снимаю наушники. Господи, как громко. Ужас. Под Моцарта готовить отстой полный, потому что у тебя такой эпик там происходит. Короче, у нас нету хрени для выпечки. Типа, точно нету хрени для выпечки? Шляпа чуя подойдет. Да, это не похоже. А я могу на секундочку открыть глаза, да? Да, потому что сейчас у нас важное обсуждение, что делать дальше. Господи, как хорошо смотреть и видеть. Нифига, тут нет формы для выпечки. Я поняла, что, возможно, у нас ее тоже нет. Все в яйце! Все в яйце! Я удивлен, что я даже не испачкался. Ну? У нас перерыв, антракт. У меня весь телефон ко мне! Бля, я пролила мачу на бомбари! Мы вернемся к вам, когда закажем форму для выпечки. Произошла ситуация харакири. Курьер не приехал, пришлось искать некий аналог кастрюли. Поэтому сюда будет добавляться торт. Но пока он будет сюда добавляться, я выстрою духовку, которую я ни разу еще не включала. Наверное, это нужно делать как-то так. И здесь написано на сайте 190 градусов быть должно. Ставлю лайк, поехали дальше. Кстати, неиронично, это сковородка, да мы буквально готовим торт без сита, разрыхлителя весов и на сковородке. Типичные повара в школьной столовке. Кстати, про школу. Как вы знаете, я училась в МГУ на журналиста. И как и все школьники, я переживала этот период подготовки к поступлению. Я абсолютно против зубрежки, потому что вообще зачем, если можно поиграть в дот с преподом? Да, я сейчас не шучу. Информатика, аниме, мемы в таком или в другом каком-то порядке. Вы можете начать свое погружение в подготовку к ЕГЭ или КГЭ вместе с онлайн-школой Вебиум. Поправочка, не скучная онлайн-школа. У ребят очень прикольный и креативный сайт, чего стоят одни только мемасы при выборе уровня сложности подготовки. База, норм и жестко. Экспертность без заумности. Лозунг молодых преподавателей онлайн-школы. Ведь они могут найти подход к каждому ученику, поддерживая и мотивируя с начала пути и до сотки на экзамене. Наставники — это, конечно, хорошо, но что насчет новых друзей? Студенты объединяются в команды не только для эффективного обучения, но также и для хорошего общения. Ну и совместных мероприятий, конечно же. В какой школе вы еще увидите квизы, марафоны, впускные и выпускные? Камон, онлайн-тусовка — это не школьная дискотека. Всем очевидно, что от обучения пора бы уже давно получать удовольствие, а не мучить себя, потому что учеба тоже может быть весело и круто. Поэтому мы с Лимом заколабились, и у меня для вас есть промокод на скидку. Он, кстати, вот тут. Переходите по ссылочке в описании, чтобы узнать больше. Раунд 2. Приготовить крем. Нет, это был, конечно, полный пипец. Но пока у нас все прогревается, у нас с вами есть три стула. Стул номер первый. Кто в этот раз желает наушники? Потому что наушники — это кринжачелло. Я наушникой. А как? Нет. Тогда я не буду говорить. Ну ладно. А давайте сделаем так, что у Лисы будет рецепт, а она должна нам будет объяснять, что делать. Ага, молча. Что ж, теперь, Каролина, получается, ты у нас будешь основным действующим лицом. Так, Давид, что тебе включить? Рамштайн? Нет, что это, ну как у меня, что я был Рамштайн. Моцарт дала там. Очень громко. Ну блин, я это услышал через наушники. Вот так это теперь выглядит, дорогие друзья. Ты слышишь так страшно около моего уха? Что нам делать? Я, если что, их очень плохо, но чуть-чуть слышу. Тихо, подожди. Лебединое озеро — это шикарно, так расслабляет. Готовое тесто вылейте в подготовленную форму. Давай, Каролин, это тебе не надо. Так, стой, я сейчас тебе дам. Смотри, поставь тесто в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Я ставлю? Да, горячую духовку. А можно как-то? А, ну все, больше ничего не надо делать. Надо просто ставить его в духовку. Я не могу заставить, я боюсь, я боюсь микроволновки даже. Ты должна покорить огонь.
Нет, Давид, убери, я не поступлю. Ладно, это небезопасно, это сделаю я. Это правда небезопасно. Ты там рассыпала что-то? Не, все хорошо. Нормально? Короче, у меня очень громко орёт музыка, но при этом я еще и вас слышу, у меня какой-то трындец. У нас, по-моему, 40 минут ожидания, да, или что? 20. Что, бум, балам, бум, что это значит? А время засечь, таймер. 20 минут. Что, я? 40 минут. Начинаем 4 раза. Не иди сюда, я не понимаю, что это звучит. Подожди, подожди, конечно, сейчас ты... Ааа, вторая часть. Все, Карен, иди сюда. Я просто, мы должны мычи. Что мы делаем дальше? Это я? Да, Каролина, это ты. Как я оказался на весь муке. Сейчас будем делать крем. Нам понравится масло сливочное, оно есть. Пудра сахарная есть у нас. Есть она, да. Каролина, готова? Взбивайте пудру и масло на высокой скорости до состояния однородной пасты. Так, смотри, Каролина, твоя рабочая тарелка. Где масло? Это твое масло, держи. Тебе придется его открыть. Оно такое должно быть? Ложку дайте. Что мне делать? Я держу его. Подожди. Пускай она сама делает. Я все делал сам. Конечно. Да, да. Я открыла его хоть? Да иди, они на меня. Давай, Каролин. Осталось пару плюхов. Она так громко орёт, ребята, просто не представляете. Это просто капец. А вы слышите мою музыку, да? Да. Это жесть, это просто... Самая большая проблема, что не написано сколько. Лиса, читать умеешь? Там не написано сколько. А, в начале, да? 100 грамм. А масса сколько было у нас грамм? 100? Класс. Каролин, слушай внимательно. Это мусор, я тебя заберу его, подожди. Да потом выкинешь. Смотри, держи. Её руки в масле. Срочно требуется эвакуация. О, нет, масляные руки. А, зачем я разбил? Что? Куда? Что, мне помыть её? Конечно, я тебя мыть. А мыло не идёт. Да, я знаю, что ты поешь. Я не знаю, но я понял, что ты поешь про чую, да? Смотри, это твоя пудра. Здесь 250 грамм. Это дырка? Тебе надо только 100. Она полностью открытая, смотри. Сып, сып, сып. Мне кажется, здесь 100 грамм, как думаешь? Каролина, я думаю, ты справилась. А почему я не говорю, забыла, что я покрыла? Так, наверное, нам нужен этот йогурт. Куда пошла? Стой, ты за кофе уронишь. Давид, обьюсь. Я так смотрю по сторонам, ты что-то увижу. Да и что ты там делаешь? Давид. Давид! Подожди, тут эта лиса работает. По-моему, это однородная масса. Так, нам нужен ванилин. 5 грамм. Здесь всего 2. Сыпать? Каролин, как тебе ничего не делается? Замечательно. Я не могу, уберите с меня эту музыку, она очень громкая. Можешь потише. Давай потише, где? Я сам сделаю. Каролина. Каролина, иди на позицию. Значит, тебе нужно добавить 300 грамм творожного сыра. У тебя в руках 200 грамм. 100 придется откуда-то высрать. Так, а ты где вообще миска-то? У тебя в руках. Нет, миска под топой. А ты все слышишь, да, Вита? Ну, я слышу, да. Зачем на максимальную? Меня размешивать сразу? А я не знаю, масса сырого подходит для этого. Что-то выпадает? Это было 200 грамм, значит, 100 грамм понадобится. А можно миксер остановить? Да. Только половинку, не больше. Хирургическим методом лиса определила половину, но плюнула только 10 грамм. У тебя такая музыка смешная. Она не смешная, она меня сводит с ума. Дальше у нас пойдет... Что это? Что-то не дергай. Пищевой краситель для яичек.
Мне кажется, хватит, да? Вы мне на что-нибудь ответили или нет? Все полностью? Ты не знаешь. Она говорит, я не знаю, но в другой форме. Ой, так вкусно. Хочешь лизнуть? А, не можешь. Это очень вкусно. Да. Охрененно, да? Вообще жесть. У нас происходит добавление красителя для яичек. Давай, Каролин, дальше ты. Она хочет это досыпать, не надо? Каролин, не надо, просто держи. Так, готово. Крем можно покрасить, мы это сделали. Короче, из-за того, что iPhone весь в крему, экран не двигается. Ты какой чей? Написано, крем готов к использованию. Тебе салфетки нужны? В холодильник положить. Каролин, ты сможешь. Я клал яйца, ты справишься с этим. Не, там мало места. Давай сюда, ага. Хочешь нож облизнуть? Да. А вот это было ошибкой. Рука, не парайся. А я пойду помою руки. Да, вижу. Блин, правда вкусный крем. Повязку свертовую. Каролин, ты вся зеленая вся. Что случилось? Она вся зеленая. Снимаю? Да. Ты что видела? О господи, у меня все потекло, я красная. Я Шрек, блин, у меня же даже цвет волос подходит. Тебе идет. А как вы меня так подставили? Ты сама себе так на есть стал, я руки была ушел. Я тебе ложки отдал, ты, видимо, начала вот так вот делать. Ну что ж, ладно, на этом этапе мы все сделали, а теперь ждем, пока у нас приготовится торт. Говно, господи. Она возникла? Типа... Блин, как... А нам потом идти на блогерское мероприятие? Надеюсь, она смоется. Я трутень. Торт со временем поднимается, а прошло всего 20 минут. Пушистый. Алиса, короче, отошла к курьеру. Мы подумали, что последний этап Алиса будет делать с закрытыми глазами, потому что у нее еще не было закрытых глаз, это во-первых. Во-вторых, мы поменяемся все ролями еще раз. И самая сложная часть — это украшивать, то есть делать вот формочки, глаза, вот это вот все. Закрытыми глазами. Это будет делать Алиса по-любому. Кстати, меня почти оттерли. У меня штаны в зеленке. И вообще много говня поделаешь. Как раз под твой зеленый диван. Ну, кстати, волосы подходят. Вообще, ты уже практически готовый Шрек. Спасибо, Давид. Пожалуйста. Прежде чем продолжаем, хочу попробовать, насколько он в теории вообще готов, не готов. То, что он так вздулся. О, господи. Так, а как мы будем делать уши Шрека? Я придумаю. Слушай, ну как будто бы он уже готов, если честно. Я бы, наверное, его сняла, потому что зубочистка полностью сухая. Сейчас вытащим торт, короче, поставим его. Потом продолжим съемку контента. Слушай, ну это же голова выпуклая такая, знаешь, для Шрека. Опа. А это голова его? Это корж покажет просто. Мы сейчас все сделаем. Ребят, подготовительный процесс тоже как бы это важный элемент. Теперь у нас вопрос только как это вот туда. Он вывалился. Подождите, он вывалился. Я вижу ножки. Что это? Это что? Как ты хотел Шрека? Что Шреку поняли лицо. Это будет носом в таком случае. Это на гриб похоже. Тут будет подбородок, да. Нос, глазки, да. Ушки надо еще доделать. Раунд 3, декор тортика. Что ж, это кулинарная поварешка. Ситуация у нас полный харакири. У нас выпек странного вида корж. Здесь у нас, значит, странного вида зеленая жижа с красителем для яиц. Не делайте так. И здесь у нас референс, который мы нашли. Абсолютно потрясающий, классный референс. И теперь, ну, кто-то из вас должен будет его воплощать в жизнь ножом. А я закрываю глаза. Ты запомнила? Последний раз ты увидишь. Вы мне будете помогать, что вы видите, что? Я должна запомнить. Но сначала Каролина режет. Ладно, давай еще раз обсудим последний раз. Давай. Так, вот это что? Это пятачок его? Вырезать получается только вот этот кусок. Чё, тебе нужен большой? Ты думаешь, ты меня ешь, ты вот этим? Ты думаешь, будешь это есть? Чё, я? Да? Это жестко. Давид, ты можешь руководить процессом бутиком? Блин, а в этой штуке реально ни хрена не видно, если честно. Я думала, вы угораете, но нет. Давай бахус тебе ставь. Кстати, когда у тебя закрыты глаза, тебе не хочется говорить, потому что ты как будто не понимаешь, что происходит. А? Что делать? Грузай. Подвинься. Куда? Налево, направо? В ту сторону. Какая груша? Вот сделай грушу, где самая выпуклая получается, это верхушка. Ну давай разметим. Вот, допустим, это макушка. Вот так вот. А я тебя испорчу. Ну давайте все согласны, что я вот так вот делаю? Да, я безусловно согласна на все 100%. Давид, ты согласен, нет? Да помоги мне! У тебя не лучшие ассистенты. Это ухо идет. Это ухо идет. Я просто подержу здесь, чтобы
чтобы меня не сбили. Нет? Мне встать? Что-то мне в рот засунули, что? Не хочу я рот открывать, я хочу, я боюсь. Стаканчик работал 3 дня. Надо палец мне сама в рот засунуть, что там ты мне дать хочешь? Я сам хлеб! Это пирог! Похоже? Ну что? О, самое вкусное. Все нормально? Да. А я-то что, Лиса? Угу. Хоть жрать. Какая музыка у меня потрясающая. Да я обрезала уже все. Ага. Да, ко мне. Come to me. Come to me. Вот торт. Видишь, вот это голова, вот это уши, вот это лицо. Сейчас ты берешь эту штуку и мажешь все зеленым. Что это? Ты лопаточка. Нет, дай мне ложечку обычную. Ложечку? Конечно. Как бы приготовить лопатой форму выдать? Я в шоке. Так, ладно. Я готова. Нет. С другой стороны, да. Да, у тебя получается хорошо. Нет. Оно намазывается хотя бы? Да, да. Случилось, я что-то испортила? А? Все хорошо, это Давид что-то там говорит, не понимаю. А почему ты мне отвечаешь? У тебя что, недостаточно ярко музыка работает? А? У меня Happy New Year. Она халтурит, но я слышу, что у нее там, да, играет. Ее музыка очень слышна. Какой Happy New Year? У тебя там эти кошмар перед Рождеством играет. Нет? А, да, реально Happy New Year. Да, я сама тут с собой, видимо, разговариваю. Один ржет, второй просто хрень какую-то несет. Подожди, вот так вот. Почему ты выбрала себе музыку про Рождество? Надо было слушать Чику-Рику. Да! Блин, он как-то расплылся. Чё? Да потому что дырки тут, видишь? А ты снимай. А? Давид! На, Давид, на! На. Работай давай. А человек, ну он как бы живовиден. Такая нечестница. Знаешь, кто ты? Ты подлючий гадюк. Подлючий гад. Мне так нравится это слово. Я его сама придумала. Мне страшно представить, что вы там нахероборили. Все хорошо. Ой, знаете, у меня до сих пор во рту привкус этого тортика. Готово? Ну, такое себе. Давай вот это вот, знаешь, типа вот так вот. Опа. А. Вот так, по кругу. Нет, не мазать, убрать, по контуру. Господи, что здесь вообще происходит? Я заклинаю вас не орать. Прекратите орать. Иначе я дам тебе поварёшкой по башке. Что ты говоришь? Поварёшкой по башке тебе дам, поварёшкой. Какой он вкусный. Надеюсь, никто после этого не сляжет с диареей, например. А, там и делаем. Ну, смотрите, вы сейчас сделали крем, правильно? Угу. Ну, значит, надо дальше сделать, типа, глаза там, черви. Давайте червей, давайте глаза, и так, скажите, где глаза у него. Брось, что будет. У нас нет белого крема, да? Есть белый крем в холодильнике. Да, отлично. От этого. Значит, сейчас белый крем. Белый крем. Сыр Альметте. Зачем ты так орешь? А я не видела белый крем. Сыр Альметте есть белый крем. Че? Это есть белый крем. Вот, белый. А, глаза. Да, делай глаза. На, вытри меня, пожалуйста, то. Что? А, да, второй глаз. Осторожно, вот сюда, вот так вот. Смотрите, они ровные. Все. Ага. Если мы сделали белок, да, глаза, я снимаю. Сейчас нам нужен типа чернок, я там для этого хлопья. Да, сейчас зрачок. Хлопья, нужно 2 черных хлопья. Да, да, Надь, смотри, вот так вот, втыкни вот так вот. Типа, вот так вот, смотри, вот так вот. Я не могу. Ага, я тебя тыкну. Вот так вот, опа. Опа. Червяка? Давайте. Какие цвета червяков есть? Смотрите с меня, ковыряйся, я прям чувствую, она растекается по моим пальцам, пожалуйста. Да подожди, да, салфетка где? Спасибо большое. Спасибо большое, Давид. Что у тебя опять за Christmas песни там? Да, это классно. Мы типа красиво делаем. А, кто? Да я не надо, зачем? Черная! Я хочу это видеть. Это тоже, да, червь? Да. Типа злой. Давай, стукай. Бьюти-блогер номер 1 в России. Тебе кажется или ровно? Да, реально. Ноздри две, подожди. Нам нужно еще рот сделать. Я хотела сделать ему зубастый, типа, он такой злой. А, давай, а как? Тогда давайте возьмем киндер и, типа, сделаем из него клыки вампира. Ну, потому что там черно-белое, можно, типа, как зубы сделать. Ты хочешь, что я тебя не слышу? Там можно сделать как клык, если, типа, не, типа, вот так вот сделать, а у него клыки, он такой... Чем тебе помочь? Так, и что? Что делать? Не-не-не, резать же надо, нет? Ну чуть подмазать нормально. Боже, это отвратительно. По-моему, получилось
Прекрасно. Идеально. В общем, оцените наш торт. Кому торт, ставит лайк. Приезжайте на чай всех. Ждем всех торт Шреком угостим. Повторяйте рецепты, отмечайте меня. Вот. Что ты хотел сказать? Хочу уже покушать. Ты реально хочешь это есть? Да. Вы что, с ума сошли? Да. Я не буду это есть. Ну, посмотрите просто, какой он чудесный. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Убийства, там будет фоточка нашего Шрека поближе. Вот такой результат у нас получился. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, и подписаться на меня тут и в телеге. Пока-пока, сладкие малыши.